Продолжение многосерийного фильма про Мериду. Мерида снова у нас на стенде. Прошло 2 месяца. Приехали втулки из Китая. Да, напомню, у нас были вот такие вот. Вот с такими фланцами. Смотрите, размер, да, фланцев. Это намного меньше. Но при этом мы записывали на старые спицы. Очень хитро. Все подошло. Итак, колеса готовы. И приехала с Алиэкспресса рулевая на промах. Сейчас все поставим, посмотрим, как получится. Втулочки крутятся обалденно и практически бесшумно. Поставили роторы под болты, под звездочку. Все отрегулировал, очень долго регулировал, потому что колодки уже немножечко вышли. И как бы пришлось долго все это регулировать, чтобы микроскопический зазор создать. Также текровские диски я поставил сюда, потому что побюджетней. У них толщина 2,1 мм, а у шимановских родных толщина была 1,7. То есть шимановские намного тоньше. Все отрегулировал, все поставил, поставил рулевую на промах. Получилось очень все прикольно, круто. Ничего не люфтит, не закусывает. И осталось теперь проверить только задний переключатель, будет ли он работать нормально. В принципе, все. С этой Меридой мы закончили. 2 месяца ждали запчасти в общей сложности.